Мероприятие приурочили к 20-летию празднования Астаны. Ключи от новых спецмашин сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям вручил заместитель акима области Миржан Сатканов. Он поздравил сотрудников экстренных служб с Днем государственного служащего и Днем казахстанской полиции, пожелав профессиональных успехов. Областным акиматом было выделено 578 миллионов на обеспечение подразделений ДЧС Западно-Казахстанской области техникой, оборудованием, товарно-материальными ценностями. Было закуплено 29 единиц техники, внимание, из них было 7 легковых оперативных автомобилей закуплено, 18 аварийно-спасательных автомобилей для организации поисково-спасательных групп для проведения аварийно-спасательных работ на территории Западно-Казахстанской области. Также было закуплено 3 пожарные автоцистерны и 1 пожарная автолестница. 18 автомобилей УАЗ, 3 Урала, 1 КАМАЗ и 6 машин марки Hyundai. Вся эта техника встанет на службу спасательных подразделений. Стоит отметить, что до сих пор органы ДЧС недоукомплектованы. Работа в этом направлении будет продолжена. Жара началась, пожароопасный период пошел. Участились выезда на степные. Большинство, конечно, мусор, степной пожар. А таких, как что там, дома горели, у нас показатель меньше. Отметим, что количество выездов на различные возгорания и аварии с каждым годом только увеличивается. Роман Копняев, Нурлан Кунаш, Рустам Джумашев, ТДК-42.